Поэт в Сибири больше, чем поэт. Это на себе чувствуют даже те, кто давно покинул берег Иртыша. Среди них и уроженка Омска Марина Улыбышева. Книгу избранных сочинений поэтесса представила публике. Я люблю тебя, словно добыча, стрелу. Как лихой человек. Это Марина Улыбышева о Сибири, если быть точным, об Омске. Тут она закончила политех, а Литинститут уже в Москве. Гармоничное развитие человеку необходимо. И вот этот вот вечный спор физики и лирики, куда направить стопу, он, в общем-то, не очень правильный. Надо развивать в себе и то, и другое. У меня так получилось случайно. Вот. И, собственно говоря, я этому очень рада. Здесь она своя, и это красноречиво выражается в объятиях коллег по словесному цеху. Цветы и аплодисменты прилагаются. Я очень люблю этот город, хотя он мне давался тяжело. Вот, и я думаю, что я просто опять приехала, чтобы встретиться со своими многочисленными друзьями. На прочтение новой книги пришла и Татьяна Четверякова. Послушать собственную ученицу вживую можно не каждый день. Калуга и Омск географически разбросаны прилично. Шанс увидеться выпадает редко. Сибирский дух в творчестве – особый дар. Многие стихи ее, они с таким сибирским колоритом. Она, живя уже не одно десятилетие в Центральной России, в Калуге, она эти свои сибирские корни не обрубает. Моя родина, сосен, янтарь и смола, ты зачем мою душу измором взяла? Николай Евенко, Артем Колесников, Антенна 7.